Участница семинара Надежда Еленова только недавно закончила университет. Она мечтает продавать одежду и сувениры. Будучи студенткой Самарского политеха, девушка помогала маме продавать подделки и находила клиентов. Теперь она планирует превратить хобби в мощный бизнес-проект. Сейчас очень модно открывать свое дело, поэтому я решила посетить этот семинар, так как здесь будет рассказываться об иностранных партнерах. Сейчас, допустим, многие делают закупки каких-то товаров, и то есть это очень интересно, как с этим работать, потому что есть трудности. Чтобы сотрудничать с иностранными партнерами, необходимо убедиться в их надежности. Об этом участникам семинара рассказывают опытные наставники. Для минимизации рисков нужно сформулировать требования к потенциальному контрагенту, собрать о нем информацию, установить контакты, оценить эффективность взаимодействия с поставщиком. Эксперты рекомендуют работать с компаниями Евразийского экономического сообщества – Бразилией, Вьетнамом, Китаем, Индонезией и Индией. Также они выделяют европейские страны – Сербию, Германию, Болгарию и Австрию. Те отзывы, какие существуют в интернете, нужно ознакомиться, прочитать. Финансовую грамотность данного партнера нужно изучить, чтобы как раз минимизировать данные риски. Семинары для уже действующих и начинающих бизнесменов проводят по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал президент России Владимир Путин. По словам организаторов, Самарская область все больше привлекает иностранных партнеров, которые хотят сотрудничать с местными предпринимателями. У нас огромные сырьевые ресурсы. Мы богатейший регион, у нас великолепное управление, у нас делается замечательная программа для мало-среднего бизнеса, о нас заботятся, для нас делают семинары, нас финансируют. То есть, очень рада, что вообще есть для предпринимателя такая возможность. Этот семинар далеко не последний. В будущем организаторы планируют приглашать начинающих и уже состоявшихся бизнесменов на тренинги еще 16 раз. Участие бесплатное. Анатолий Головко, Николай Епифанов, «События».